еще один цветничок. Посмотрите, это гортензия метельчатая у меня здесь. Розы опять расцвели. Посмотрите, красота какая. Красота. Просто красота. Там вот розовые на ерпионы. Чайте, петуни закрыли, не видно. Там розовая еще расцвела. Это вот еще скоро расцветет, видите? Красавично. Так. Гортензия здесь. Вот видите, как сегодня прекрасно себя чувствует. Прекрасно чувствует себя. Поливала все деревья, и те яблони полила. Вот думала, что одна всего у меня. Айва, ну три штучки заразилась. Ну вот почему-то сохнут листья. Вот вроде бы есть верхушки растут, а есть верхушки. Я уже обрезала их какие, но все равно есть вот вянут. Что это, заболевание или что это такое? Это как вот на войлочной вишне похоже. Все время отмирают все побеги. Это какое-то заболевание похоже. Вот посмотрите, здесь красота какая. Вот видите, какой... Какая калочка расцвела. Я показывала уже, интересно. Да, ну вот сегодня прекрасно все растения. Сегодня даже вот на клубничке он вырос там. Этот табачок душистый, петунь. Я не трогаю их. Я не трогаю, потому что, ну а чего, Господи, да пускай они прикрывают своим этим. Вот смотрите, клубничка, видите. Сейчас я не продергиваю клубнику, потому что... Ну, жара такая, вы представляете, она там все посохла. Нарушишь корневую. Вот, малинка тут замечательная. Много малинки мы нарвали. Хоть и уже, вы знаете, она у нас всегда начинает, малинка, а потом, как только начинается жара, она у нас начинает прямо на корню сохнуть. Давайте я вам вот так покажу. Посмотрите, какая красота. Все цветет. Бедные растения, как они все это попережили, жару такую. Ну, она еще будет жара, говорят. Ну, может быть, уж не такая сильная, но еще жарко будет у нас. Июль месяц, в июле у нас всегда очень жарко. Так, ну, давайте пройдем дальше. Так, друзья, помидорчики, все хорошо. Народилось, есть помидорки. Ну, показывать смысл какой, сейчас ничего не видно. Начинает потихоньку там наверху спеть. Вот, видите, от жары все посохло. Листья желтеют, потому что, ну, вообще, я не знаю. Я через день поливаю помидоры. Вы представляете, сколько у меня поливов? Я просто, ну, не в состоянии все это полить. И потом, ужас, сколько воды надо. Ужас, ужас. Вот, огурчики, видите, огурчиков много. Огурчики есть. Каждый день рву я огурчики. Огурчики очень хорошие. Вот, до самого верха огурчики. Сорта очень хорошие, потому что гибриды. Вот, понятно. А в гибридах, вы сами знаете, всегда много огурчиков. Так, ну ладно, огурчики. Вот капуста пекинская, друзья. Посмотрите, капусточка тоже хорошая. Уже скоро можно будет срезать. Вот что-то подъел, видите? Сразу подъел, прям не знаю кто. И все. А здесь, друзья, у меня кабачки пошли. И расти пошли кабачки. Уже вот, видите, сделала сеточку. Думаю, ну что делать? Я что-то думала, кустовые, а они вот, видите, какие оказались. Оказались вот такие вот. Вот, вот только начали цвести. Видите, бутонов много, но все пустоцвет, а только наверху образовываются кабачата. Так, здесь капуста пекинская. Ну, замечательная капусточка, скажу так. Ну, капуста, она не боится жары ведь особо. Хоть тоже подвядает днем. Так, вот дыньки я вам показывала, по-моему. Ну, особо долго-то некогда, то будет очень длинное видео. Вот, а эти дыньки тут у меня уже вот кругленькие зародились. Много, вы знаете, много этих... Народилась. Вот с той стороны не видно здесь. Есть. Вот тоже листья желтеют тоже. Из-за того, что часто поливаешь, часто-часто, оно же все равно. А не поливать, значит, все засохнет. А гуртыньки начинаются. Ну, вот я без очков. Ничего не вижу. Забыла очки одеть. Вышла просто, думаю. А потом вижу, так хорошо решила вот вам снять. Понятно. Вот огурдыньки тут.
Не вижу, без очков ничего не могу показать. Ну ладно, это уже сниму в следующий раз обзорчик. Просто вот хочу показать, что растение сейчас, как видите, чувствует себя очень хорошо, потому что и такой ветерок прохладненький, ну красота. А то и утром было невыносимо, представляете, невыносимо было. А вот тут у меня уже капусточка, уже можно срезать, наверное. Сейчас я покажу вам. Уже вилочки, посмотрите, какие. Прям шикарные. Ну, еще нет, еще виловат. Такие мягенькие. Пускай еще подрастет, чтобы... О, какие же вилочки шикарные. Вот тут у меня, друзья, еще один цветник. Покажу вам. Друзья мои, вы знаете, ну вот с одной стороны, конечно, хорошо, когда сплошной цветник, а с другой стороны плохо. Вы знаете чем? Во-первых, плохо полоть, это раз. Во-вторых, когда как бы ты ни старался полить его, все равно заваливаются растения, даже под корень. Ну вот как под корень? Надо же его, чтобы... И вот с одной стороны хорошо чем? Что траве мало места. Мало света. Но она, вы знаете, эта пакость такая, она пробивается и сквозь такую чащу, где густо. Ну, вот ей вообще трава это такая дрянь, что растет где угодно. Вон, посмотрите, грушка у меня сгорела на солнышке. Видите? Просто сгорела. О, все листочки. А малина, вот посмотрите, видите, что делается? Вот. Все пообгорело. Ужас вообще. Так, ну вот зато вот здесь посадила арбузы и дыню. Посмотрите, как хорошо. А там пленочку белую положил, потому что еще черную пленку положить вообще все сгорит. Поэтому положила белую. Там он травка подняла даже пленочку. Потому что под белой пленкой, конечно, трава растет. Так, виноградик, друзья, есть, но не знаю, что будет, потому что. До июля у нас всегда виноград хороший. Вот я обрабатывала весной раз, потом вот после цветения раз. Вот, ну, получается, два раза. Вот еще надо обработать, пока не начались дожди, а то начнет портиться виноград. Это у меня маленький виноградик, ну, не крупный, но такой вкусный, медовый ранний. Вот, не знаю, что-то вот желтеет листья. Что это такое, надо поискать. Почему у меня желтеет? Чего-то не хватает, наверное. Надо по листу обработку провести. Так, ну вот здесь, друзья, здесь капусточку уже можно срезать. Вот, видите, это на замен. Она, оказывается, не... Ну, у меня, видите, здесь нехорошее место. Здесь нельзя сажать капусту. Здесь, во-первых, сразу бьет ее крестоцветная обложка. А потом там у меня заложены всякие... отходы и все это. И видно, не очень капусте это нравится. Ей нужна сытая земля. И хоть я ее подкармливаю, но вот она выросла не крупная, друзья, не крупная. Ну, вот виноград пока чистый стоит. Ну, начнутся дожди, пропадет. У нас всегда, как только дожди начинаются, все пропадает сразу. Все дела. Никакая обработка не помогает. Так, перчики, друзья, замечательные. Ну, я вам потом покажу обзорчик моих овощей отдельно. Я просто вот хочу показать, что, как видите, все как бы подвязано. Нигде. Что, друзья, меня спасает всегда, это мульчирование. Мульчирование. Полоть не надо вообще. Вообще не надо полоть. Трава не растет. Если там какая-то одна пробьется травка. Ну вот я вот весь, вот посмотрите, уже июль, да, я ни разу еще не колола помидоры. Вы видите, нет никакой травы, абсолютно нет никакой травы. Нигде, вот здесь возьмите, здесь вот у меня тоже мульчировано, посмотрите. Вот если какая-то там пробивается одна, все. А так, посмотрите, травы нет нигде. Потому что мульча спасает, не может прорасти семечко. Травки там, она от семечки растет. Вот перчик, друзья мои, вот тоже навес сделала, видите? Потому что такое было пекло, что... Ну, пусть теперь висит навес. Вот, посмотрите, уже перчик цветет уже он. Вот, вот поздний перчик, надеюсь, что перец будет. Такие дела. Ну, вот так вот, друзья. Пожалуй, все. Все везде. Вот это что осталось после жары? Вот там он. Видите, вот этот вьющийся. Его ж никто не поливает, и оно сгорело, полностью сгорело.
Потому что дождей-то вообще нет. Это что, и мы столько воды вливаем. Ну вот. Ну ладно, друзья. Вот, пожалуй, сегодня я вам показала, как хорошо, когда нету палящего. Мы ждем лета, друзья. Мы ждем солнышко. Но, увы, не всегда оно благоприятно. Солнышко наше. Вот видите, как спасает тюль от всего. От жары вот это, от пекла. Все растенюшки стоят. Видите, какие хорошие. Не сгорели. А если бы не было этого ничего, все бы. Вот у меня там на краю соседка Оля огурцы посадила. Ведь сгорели все полностью. Они даже не выросли у меня. Все сгорели. Потому что... Вот смотрите, вот там у меня вон помидорчик один. Вот ему не хватило. Видите? Все, все. Пожалуйста, солнышко ему все открыто. И он там вон весь пожух. Вот где солнце сильно пекет, там, конечно, все. А где, вот видите, какая красота. Все растенюшки. Да, жарко, скручиваются листья от жары, это факт. Но от этого не скроешься, друзья. Уже жару я закрыть не могу. Такая погодка. Но, однако, солнце яркое. Вот им помогло, как видите. Поэтому и вешаю везде тюль. Собираю, где только можно. Эту тюль, кто только вот даст там. Или что. А так, ну что, все бы сгорело. Боже, сбал. Ну ладно, друзья, пожалуй, на этом я свое видео закончу. Вот на такой красоте. Посмотрите, какая красота. Ну, красота, друзья. Просто красота. Они не желтые, они прям оранжевые такие. Ну, вообще, солнышки, солнышки. Не горячие солнышки. Просто красавцы. До свидания, друзья. Спасибо, что смотрели меня. Всего вам доброго. Пусть вас погода радует. Пусть вас радует ваши урожаи. Будьте здоровы, берегите себя. А с вами была Валентина. Канал Сад и Огород.